Казахстанский сектор Каспийского моря должен быть безопасным для мореплавания. Об этом говорили морские специалисты на конференции в Актау. С 2011 года гидрографическая служба военно-морских сил нашей страны оснащается современным навигационным оборудованием. Уже сейчас в наличии у моряков 19 морских век, которые предупреждают об опасных участках на воде. И их количество будет только увеличиваться. Кроме того, совместно с одной из казахстанских компаний гидрографическая служба самостоятельно выпускает навигационные карты для казахстанских военно-морских сил. Как отмечают специалисты, это большой шаг вперед. Сейчас у моряков уже 20 тысяч таких навигационных карт, что в полном объеме покрывает потребность. В казахстанском секторе Каспийского моря, вы знаете, что это достаточно с точки зрения безопасности мореплавания очень сложный участок. Поэтому вот эти средства помогут нам обозначить подводные препятствия, обозначить судоходные каналы, что вследствие чего мы приведем уровень безопасного мореплавания в казахстанском секторе Каспийского моря на очень высокий уровень.